Самсон. Это даст мне бомбы. Они так прикольно прыгают. Шарик. А нельзя было этот шарик, ну, когда я на беста шел, дать мне? Сейчас я планетарий фармить не буду. Шарик увеличивает шанс на планетарий. Я говорю, это даст бомбы. Я не говорю, это даст мне бомбы. Но вообще-то, изначально два таких момента было. В нарезках можно их посмотреть. Этих челиков можно не убивать, я так понимаю. Они сами прыгнут. И они прыгают, если нанести какой-то определенный урон. Наверное, просто так они не прыгают. Не подскажете, где здесь библиотека? Не. Я 5 монет оставлю для аркады и пойду дальше. Буду донатить 9,99. Я бы не сказал, что в Hearthstone от игрока мало чего зависит. Там как бы, да, большой уклон на то, что тебе выпадает. Если мы говорим про тот режим, который я играю. Мне Hearthstone нравится именно тем, что она как бы наполовину авк. Ты как бы потыкал, смотришь, сидишь дальше, там ползаешь в интернете. Потом через минуту еще потыкал, да. Кстати, поэтому я на стримах в нее не играю. Потому что, типа, это было бы слишком скучно для стрима. А в некоторых моментах там действительно от тебя многое зависит. Ты сидишь, крутишь. Классно. По факту как казино, да? Типа, когда тебе выпадает какой-то крутой билд, ты сидишь, наслаждаешься процессом. А большую часть времени ничего не выпадает. Сидишь, грустишь. На 8 месте. Или на 6. Собираешь какую-нибудь говнищу. И наблюдаешь, как другие захайролили. Типа во всем есть свой шарм. Я бы не сказал, что я прям тащусь от Hearthstone. Это просто такая... приятное место, где можно хоть как-то занять свои руки, когда тебе... скучно.
По факту Hearthstone это яйца чесать. Вот реально. То же самое. Вообще то же самое. Давай еще немножко. Вообще аркада может появиться. Регалики теми хороши, что сначала ты их как бы долго изучаешь, познаешь, спотыкаешься, падаешь, да? А потом они для тебя становятся чем-то легким. Чем-то таким, что позволяет тебе очень просто играть их. Чё ли я пустую книжку? Или я хочу Библию с собой взять, или... Ну я либо Библию, либо пустую книжку. Давайте посмотрим, что тут. Так, profitable, frightening, fistering. Не знаю, что fistering значит. Funny это точно самое худшее. Ну типа это просто книга греха, да? Как она читается? Я знаю это слово, но я не знаю, как его читать. Короче, любовная, да? Ну, типа, я могу попробовать долгую историю на сердца. Давайте посмотрим, что с ней будет. Да! Вот, давай без вот этого. Так, я вот это не использовал, верно? То есть я могу сейчас забрать отсюда и вот так сделать. Я хочу аркаду найти. Если не найду, то подамажусь в дверь. Не, аркады походу не будет. Зато библиотека была. Причем очень хорошая. Иди сюда. Спасибо. D4 мне не надо. Хотя, если так подумать, нахрена мне эти предметы, которые у меня сейчас есть? Они полное говно. На самом деле, я не против D4. А я уже максимум задамажился. Пошли сейчас, наверное, забузим D4. Вообще, у меня мегастена еще не убит, так что, наверное, я возьму его с собой. Тут карта может быть еще. Прикольно. Я зря его сейчас прожал. Ну ладно. Так, у меня ничего не было на тыке. Нет? О, ну все, пока. Не сердца понадыбал, и все, хватит. Блин, что делать? Я и солнце с собой хочу взять, и D4 тоже хочу с собой взять. Наверное, я прямо сейчас прожму. Я сейчас еще в магазин зайду. И пассивок здесь нет, к сожалению. Конечно, печально, печально.
Окей. Ну ладно, просто задонатим. Я наслышан, что Тарков очень хорошая игра. Что там очень хороший звуковой дизайн. Но я не любитель шутеров, потому что они для меня слишком однобокие. Сам я в него не играл. Но думаю, если бы я играл в шутеры, то Тарков бы мне нравился, я думаю. Есть у меня такое ощущение. Че, ролимся? Литочка. А, стоп, что? Кубик отнял у меня... Серьезно? D4 ведь не ролит активку. Мне даже в комментариях доказывали, что вот, D100 это D100. D100 не ролит активку, поэтому D100 ты мог нормально использовать. А D4 ролит активку. Ладно, чё. Останусь с этой штукой. Ну, типа, я разве что деньги потерял, потому что солнце. В остальном ничего плохого не случилось. Иду через ангела. На мегасну. Нифига себе он... Я не знал, что он так умеет. Батарейка. А улитка-то, наверное, полезнее, чем я думаю. В смысле, у нее хоть какая-то-то польза есть? Она на Герде похожа в этом плане. Типа, что-то там вроде как поддамаживает, а вроде бы и нет. Блин, хорошую я нашел книжку. Сердца дает и сундуки, диск вот выдала. Я так понимаю, там либо сундук, либо что-то типа карты. Билд у меня хороший. Еще бы он не был хорошим, у меня сейчас, блин, диск работает. Сейчас диска не будет, и билд снова станет таким себе, да? Фига, у меня бомб, кстати. Да, звук у улитки такой себе. Почему дама всего делает просто кучу дропов, но дама денег
превращает камни в деньги. Или я что-то путаю, или я не знаю, что. Ну, сейчас вообще ни карты, ни сундука не было. Если там будет ролл билда, то я согласен. Но пока что я не буду заходить туда. Хотя открыть-то комнату можно. Там ролл билда. Там также спиндаун. Вообще пока что куда-нибудь еще. Мне нравится на самом деле то, что у меня сейчас, просто... Не знаю. Надеюсь, что что-то получше будет. Ну, это выглядит получше, правда, у меня... В смысле, а дальность? Дальность 6,5, но что-то как-то не выглядит как 6,5. Это из-за шутспида, что ли, так? Вернул капельницу, но какой ценой? У меня сейчас нет особого профита от нее. Верни! Спиздил. Ну как бы я ее все равно потерял бы, заролил бы. Но я бы так хотя бы книжку мог оставить. Ну что тогда? Я еще подозревал, что у меня спиздит, но почему-то я подумал, что нет. Я не знаю почему. Как бы подозрения были, потому что я уже встречал такую ситуацию. Было у меня уже такое. Там карту можно было купить. Там еще в секретке куча монет осталось. Ой. Сердец. Ладно, я не буду таскаться. Ну ладно, я буду таскаться, потому что тут целых два места, где можно применить капельницу. Так что я немножко времени потрачу. Повешенный. У меня есть повешенный, только вот от сундука он бы не спас. И раз уж я собрался сундук открывать, то почему бы и не забрать предмет за шипами? У меня как раз идеальное количество сердец было для этого. Тут еще два лежит. С пилюлями пошел. Он мне фак показал.
Это не та аркада, которую я хотел здесь видеть. Фига с него выпало всего. What? Не ожидал такого. По количеству лута я бы сказал, как золотой сундук с маминым ключом. Видимо, мне просто повезло. Там такой. Окей, билд наконец-то отличный. Замечательный. Еще мне нравится количество расходки у меня. Я бы еще не отказался от дальности, на самом деле. На кого? Либо в сундук, либо... Ну, короче, на мегасцену идем. Надо ли? Это что-то спит уменьшит. На самом деле не так много. Я даже не знаю, что я больше ненавижу. Большой шот спит. И у меня Самсон с ним ассоциируется. Или же эти линзы. Я бы даже сказал, что большой шутпит я ненавижу больше. Ну, давай вот это. Лутаем деньги. Д6, Д8. Давай Д8. Ну, мне чуть-чуть порезали дамагу, но увеличили скорострельность. Нормально. Ничего полезного, да? Какашечка. Д6 на ангела, наверное, оставляем. По-любому. Форст. Если у кубика 5 на верхней грани, это меченый. А там были такие? О, это хорошо. Вот это меченый? Ауч. Прикольно. Никогда бы не додумался. Вот вообще никогда бы не додумался. Спасибо, что сказал. Там кнопочка. Да насрать. Я так много хп, что просто насрать. Восстановили костры. Как бы есть радужная какашка, но толку от нее уже нет. Ладно. Не знаю, что я тут делаю. Просто по приколу. А еще раз последний. Забавно, насколько раз я задамажился об костер. Зашел в дискард, увидел, что ты стримишь. Кликнул на тебя, я слеп от твоего белого фона. Ослеп от моего белого фона?
Спасибо, Инизди. Сообщение не понял, но за донатик спасибо. Какой такой белый фон, понятия не имею. Что-то со сделкой не везет. King of Spades. Что там King делает? King of Spades. Окей, теперь я знаю, что делает King of Spades. Я помню, как я поражал, у меня один ключ был. Теперь все встает на свои места. Подождите, его здесь не было ведь. Я когда выходил, слышал тот самый звук. То есть, когда ты выходишь, или когда просто... А, это все? Синее сердце. Когда ты... дамагом выходишь из проклятой, видимо, красные сундуки могут превратиться в аморальные сундуки, если они так называются. Потому что я этот эффект уже несколько раз слышал, но ни разу не понимал, что за фигня такая. Буду ли я тыкаться в шипы? Хватит ли мне сердец для этого? Интересная комната. Просто куплю, наверное, чтобы не... Тыкаться ли мне в шипы? Тыкаться или не тыкаться? А, нифига себе. О, нифига себе. Окей. Ну тут достаточно много сердец повыпадало, так что я думаю затыкаю шипы. Ау. Я даже не понял, что меня задело. Осторожненько.
Еще снизу можно пройти комнатку. А еще я в комнате вызова не был. И у меня нету хп для того, чтобы ее посетить. Может, сейчас выпадет. Не. Не выпало. Тут же больше одной монет. Это было 6. С комнаты вызова я что-то обосрался. Надо было ее сначала посетить, потом уже тыкать шипы. Но ангела в комнате я не зря убивал. Магазин дисков. О, десятка. Правда, не, у меня, кстати, нормально что-то спит. После пилюли на понижение. Не, я не хочу с этой штукой бегать. Пофиг на нее. Более я ищу пилюни на понижение шотспида еще. А, да. Это весело получилось. К счастью, мне повезло. Хорошая секретка. Как же их пихает. Ну ладно. Схожу сюда. Погодите. Мне немножко мозги замкнуло. Буду ли я ждать? Ладно, подожду. Хотя зачем? Ради половинки черного сердца. Ну, зато и у меня еще просто сердце дропнулось. Эти аполлионские бомбы очень прикольные. Мне прям нравится этот предмет. Можно понатыкать бомб просто так. Перед каким-нибудь боссом. Я, собственно, так и делал. Чемпион билд.
Ну, жирно как-то, прям совсем жирно что-то как-то. И шотспид понизил. И десятку нашел. И два демешапа. Чисто по рандому. Кто лучше играет, ты или фьючер? Ну, фьючер более стабильно играет. Я гораздо чаще совершаю ошибки. Кто знает, кто из нас был бы лучше, если бы всерьез бы взялись. Я, наверное, через Polaroid пойду, потому что у меня билд и так хороший. Но он еще спидранил и достаточно хорошо спидранил, так что, наверное, все-таки у него побольше скилла. Я бы сказал, что у него больше... Что это за выстрелы лазером такие странные? Это такая синергия со Стивеном. Несмотря на то, что у него в Айзеке в два раза больше, чем у меня наиграно, он типа гораздо меньше понимает игру. У него подход к игре вообще отличается от моего. Он очень топорно играет. И при этом делает успехи. Я же играю... Как мне весело играть. Постоянно ошибаюсь, постоянно делаю какую-то херню. Из-за этого у меня стриков больших нет. Но при этом я постоянно на его стримах обращаю внимание, что он не знает каких-то вещей, которые мне были абсолютно понятны и очевидны. Так сразу нельзя сказать, что кто-то из нас сильнее, а кто-то слабее. Но если говорить именно по заслугам, то у него все-таки гораздо лучше получаются всякие стрики там делать и так далее. Какая ужасная комната. Его скилл механический. Порой мне кажется, что у него в принципе скилл отсутствует. Он настолько на отъебись играет, что не понимаешь, откуда у него такие стрики вообще. Хотя последнюю неделю не задаюсь таким вопросом, потому что он не может со стрика 10 выйти. Понимаю. Хватит дамажиться. Ты что тут делаешь? Какая странная комната. Назлок с фьючером по Айзеку. Я предлагал ему принять участие в Назлоке, но он не хочет. Ему такое неинтересно. Вот тебе и отпихивание.
Так, я полароид взял. Назови примеры того, что фьючер не знает. Не, ну я так сходу не вспомню, окей. У меня всегда были проблемы с приведением примеров. Он, например, не знает, как репетансовские комнаты ребусы, как он называет, проходить. Он просто заходит в них и сразу же бомбу ставит. Даже не пытается подумать. Но это такой себе пример. Скорее, у нас отличается подход именно тем, что он пытается сразу же избежать проблемы. Сразу же хоть как-то избавиться от этого всего говна. А у меня, наоборот, страсть покопаться в этом говне. Поизучать его и понять, как оно работает, понять, откуда оно высирается и как оно воняет. И напротив, когда дело касается какой-нибудь ломки, то он будет копаться в этом говне, которое абсолютно ничего ему не дает. Будет 3 часа проходить один забег, и ему будет нормально в следующем забеге то же самое делать. Я же стремлюсь всегда просто проходить забеги. Если у меня хороший билд, то я никогда не буду лишнее время тратить на то, чтобы просто повозиться. Даже в ломках у меня интерес не в том, чтобы сломать игру, а в том, чтобы как-то поэкспериментировать. Ему свойственно снижать шанс на опасность больше обычного. Я бы так не сказал. Он как раз таки наоборот гораздо больше рискует тем, что не соглашается понимать. Просто отказывается понимать. И в итоге те моменты, когда он не может избежать, он встречает свою судьбу. И жрет в три горла за то, что раньше не понимал. И не хотел понимать. Он не ходит в первый ашпит, потому что там клатч. Никогда не ходит в первый ашпит. Вместо того, чтобы научиться с ним сражаться, он просто туда никогда не ходит. И надеется, что во втором ему не встретится этот самый клатч. Не, ну то, что здесь сундук и темную очень сильно изменили, это правильно. Ванили — это очень скучные этажи, на которых просто нечего делать.
Ты просто ждешь, когда ты дойдешь до финального босса и закончишь забег. Так что относительно ванилы, это, пожалуй, лучшее, что сделали в Фолио. Это переработали последние два этажа обычного пути. В соборе и Шоли добавили мини-босса, который может дропнуть предмет Ангела или Дьявола. Ну и по комнатам там тоже как бы переработали. Понятное дело, кучу всего добавили. А сундук и темную вообще край просто изменили, как вы видите. Это прикольно. Просто больше комнат добавили. Я не знаю, что они с ванильными комнатами сделали, кстати. Потому что их почти не видишь. Ну, как бы, да, просто добавили комнаты, но зато какие. От этих комнат реально ощущаешь эти этажи как последние. Они как просто набитые боссами. Это откровенная лень на самом деле от Эдмунда. Ждешь порченного голема? Стоп, а он еще не вышел? Отстой. Ну вот какой крест, собственно. Не знаю, как он после дили. Может быть, там есть верхний предел. Ну, если деле откроется, можно будет сходить посмотреть. Кстати, а сейчас креста не было. Пошли по приколу сходим. Мистер Рек. Что-то дуалити. Ну, вообще острая кость еще там была. Так что, в принципе, не так все плохо. Надеюсь, я дилю быстро найду, а то не хочется проводить здесь много времени. Дилю у меня уже убит. Билд у меня и так хороший. Давай, в первой комнате босса дилю. Нет, не Диля. Что с вами делать? Я просто был вынужден ждать, пока эта штука не отлетит достаточно далеко. Чё за дебилизм? Гульп.
Гиперрайфа или Heavy Assault Rifle? Зависит от ситуации. Если не рассматривать билд, то гиперрайфа и ДПС намного выше. Но если у тебя есть триггеры, то Heavy Assault очень даже прикольные. Но если у тебя нету того, что будет чистить маготов, то Heavy Assault очень плохо в этом плане, потому что 7 урона входит в моба с 2 хп. Короче, много переменных. Но гиперрайфа намного круче при нагру. Намного мощнее оружие и по ДПСу, и по стабильности, но оно может не подходить к тому оружию, которое у тебя уже есть. Правильный ответ, там не будет ничего. Что после мега сатаны, что после этого чела. Просто не будет. Ну, на Самсоне осталось еще в темную комнату сходить. И потом еще гридер добить. Вот так вот. Вот так вот.